третий. Мы приехали в музей Ив Сен-Лорана, и, как местные говорят, самый красивый сад. Парк. Марракеш. Марракеш. Вот в сад и в музей стоит 18 долларов. Евро. 18 евро, да, где-то получается? Mm-hmm. Это такой оазис в пустыне. Арчи сейчас вообще замерзнет, наверное, в футболочке. Еще нет. Еще нет. Любимые цветочки Арчика. Кактусы. Mm-hmm. Это единственное, что выживет с ним. Тет-а-тет. Спасибо. Ребята, каких только кактусов тут нет. Вот папа бы порадовался. Смотри, вот те огромные, которые, да, в Мексике. А мексиканские кактусы. Вот по этому саду прогуливался Ив Сен-Лоран. Может, не только прогуливался. Там еще какой-то другой музей, да? Пошли. А, там есть еще мемориал Ив Сен-Лоран. Сочетание синего и зеленого. Арчик все не специально замаскировался под музей. Что ты не видишь? Иди сюда, иди вперед. Вот
там люди. Да. Давай камеру. Еще пока не забыла, рассказываю. Если вы соберетесь идти в музей Сен-Лорана, не покупайте билет за 108 дирхам, за 180 дирхам. Ибо, ну, я, например, ожидала увидеть там дом Сен-Лорана. Там такого нет. Дом-то есть, но условия жизни, знаете. Поэтому лучше взять просто билет за 70 дирхам в сад, а вот в музее там смотреть особо нечего. Ну, как вариант, там зато вонять так сильно не будет. Так выглядит уже современный район. Район Марракеш. Кстати говоря, Марракеш и Марокко – это, в принципе, одно и то же, просто более искаженное название. Испанцы, да. Да, испанцы, да. Испанцы. Стоит заметить, что вот в современных зданиях есть окна. У нас в отеле нет окон. И во всей Медине, по-моему, нет окон практически. А тут вот все так же. Как и во всем мире. Кондиционеры, окна, балконы и магазинчики снизу. Полнейшее отсутствие светофоров. То есть обьют и не заметят просто. Барашки висят. Курочки, смотри. Курочки. Петушки. Про тебя зарежут, про тебя съедят. Я жарю рыбу. Всего происходящего. Ашбем! Утро еще. А днем здесь уйма людей, уйма топов.